Ребята, всем привет! Очередные две посылки из Китая. Одна посылка — это должен быть чехол на мой Амой 821. Вот, вроде как собирался я менять телефон, но все не подберу себе что-то получше. Ничего мне не нравится, ничего не подходит. Поэтому решил заказать новенький бампер, потому что мой превратился в убожество. Soft Touch, но видите, белый по цвету превратился просто в черный. Вот. При этом, что вроде купаюсь постоянно. А вторая посылка — это после общения с подписчиками в группе ВКонтакте в очередную ночь мы заказали очередную хрень с Китая и потратил $5. Машинка, которая едет на воде. Еще такого не было, поэтому давайте вскрывать. Вот, эту я уже так приоткрыл посылку. Сейчас чехол посмотрим. Вроде какой-то я заказал. Проблема с чехлами на мой все-таки есть. Выбора не очень много. Выбрал один, 7 дней прождал, потом мне ответили, что такого нету. Так, а я заказывал белый же, вроде, или черный. Просто силиконовый чехол, здесь мне положили пленку, стоит он что-то там $4 или сколько. Ну, ребят, просто так ходить, видите, все блестит. Как бы вот после, сколько он у меня, почти год уже будет, вот постоянно он был в чехле, он у меня в идеале, кроме, вот здесь у меня две точки, видите, вот две точки, это где-то я его так бахнул и все, а так у меня телефон полностью в идеале, ни царапинки, нигде, можно упаковывать и продавать как новый. Так, давайте я его попробую. Оп. Так, кнопка работает, как-то туговато все. Ну вот у меня из черного, с белого превратился в черный. Ну, внешний вид мне уже не особо важен. Главное, чтобы... Ну, конечно, когда чехол такой... Ух, я вам скажу, что кнопки-то не нажимаются. А, или нажимаются. Да, нажимается все. Туго просто нажимается, вот кнопка вообще впритык просто. Ну, не особо такой чехол, ну, самый дешевый, чтобы, знаете, доносить, чтобы телефон был в нормальном состоянии. Ну и пленку положили, которая пойдет уже, наверное, новому владельцу. Телефон-то все равно я буду когда-то продавать. Так, это разобрались мы. Все эти посылки приехали, чехол приехал за 16 дней, эта штука приехала за... Что-то тоже до 20 дней. Быстренько так все. Сейчас на почте, вы знаете, в Китае проблемы. Новый год. Но я заказываю все равно. Ну, как бы понятно, что мне никто не отправляет. Но я заказываю и в первых очередях, чтобы мне уже отправили. Кто-то говорит: Игорь, зачем ты заказываешь? Ты же говорил, не нужно заказывать. Если вы уверены в своих силах, вдруг чего, заказывайте и сегодня можно. Просто вам не отправят. А просто если вы первый раз заказываете, вы же сойдете с ума в ожидании, там сколько еще, неделю ждать, посылку вам не будут отправлять, продавец молчит, вот, и потраченные вами $5 сведут вас с ума просто. Так вот запаковано, китайский картон, прикольно. В ближайшем времени, может, я увижу этот картон уже в Китае, не знаю. Посмотрим. Так. На память из Китая. Кусок картона. Можно на стену прибить гвоздем, сопкой. Так. Что-то здесь все помялось, я вам скажу. И здесь не коробка, а какой-то пирожок получился. Так. Пупырки. Так. О боже мой, что это такое? Ребят, что вы меня просили заказать? $5, смотрите состояние. Ужас просто. Просто ужас. Танцевали на этой коробке, наверное. Здесь вообще какой-то примитив. Ну вот что это такое, блин? Кто мне вернет $5, скажите?
кто там просил из подписчиков, я надеюсь, он смотрит. Кто просил меня это заказать? Ну, понятно, что будет отдельно-то видео. Я хочу просто показать, что это. Как оно вообще здесь может что-то ехать. Вот такой вот конструктор. Собирается автомобиль. Я так понял, что на него капается вода. И он едет. Да, ребят, бред. Ну, а что делать? Подписчики просят. Будем пробовать. Здесь вообще столько запчастей, здесь еще разобраться надо. Инструкция-то есть. Я вообще здесь нифига не пойму. Еще и на китайском. Что здесь можно понять? О, да. Китайский. Все на китайском. Это для кого сделано вообще? Короче, не знаю, разберусь я с этим или нет. Я, конечно, постараюсь, чтобы вот это что-то поехало. Не знаю, каким это образом будет. Наверное, надо посмотреть. Может, где-то есть уже информация об этом. Ну, на моем канале оно должно поехать. Ну, посмотрим, ребят. Все. Еще будет одна посылка. Поэтому не переключаемся и ждем. Всем пока.